В США применили новый смертельный препарат для казни. При казни заключенного был использован препарат этомидат. В американском штате Флорида казнили мужчину, осужденного за убийство на почве расизма, использовав новый препарат, сообщает Associated Press. 53-летний Маркосей был приговорен к смертной казни за убийство афроамериканца в 1987 году. При казни был использован препарат этомидат, который еще не проходил испытаний для выполнения данной функции. Этомидат заменил в смертельной инъекции мидазолом, с приобретением которого возникли трудности, поскольку многие фармацевтические компании отказываются поставлять вещества для осуществления казней. В Арканзасе казнили четвертого заключенного за неделю. Как сообщал корреспондент NET, число смертных казней в мире упало почти на 40%. По материалам сайта newsgra.com.